Доброе утро, ребята. И я собралась плавать. Я заказала Соне на рукавнике. Вот эти вообще на меня. Эти, конечно, с ней будут спадать. Я поэтому и заказала сразу несколько, потому что там не написано было, на какой размер. Просто вот на рукавнике. Я заказывала в AliExpress. Почему? Потому что вот эти вот у нас здесь продаются. Вот, по-моему, по 30 или 35, или 29. Что-то вот в районе 30-ки. Они мне так понравились. Ну, конечно же, это все, блин. Ну, это все Китай. Ну, что тут может быть другого качества? Все оттуда. Вот такие вот вещички. Вот эти вообще такие миленькие сердечками. А там от евро до 3 примерно. Ну, в общем, я на 7 евро заказала ей 3 пары. Вот такие взяла. Ну, вот эти уже все мимо. Они большие. И вот такие. Короче, будет у нее, значит, 2 пары. Ну, в принципе, хорошо, что вот эти большие, они мне меньше всего нравились. Вот эти, я думаю, ей очень понравятся, а мне больше всего. Хотя, может быть, ей сердечками больше понравится. И заказала Соне единорожку. К ней пришла подружка с единорогом, и она, я тоже хочу, тоже хочу. И вот этот такой мягкий, ну, приятный такой. Классненький. Положу ее на кровать, она потом приедет, от бабушки с дедушкой увидит, обрадуется. Ну, дорожки. Привет, дорогая. Куца Фрага. Но. У нас будет в среду танц? Нет. Ты забыл нечто. Закололи. Идем завтракать. Мне, наверное, надо каждый раз после укола говорить, что я уже не худею. Не худею уже больше месяца. У меня вес стабильно держится, потому что я не колю никакие большие дозировки. Я делаю минимальную для плавного выхода. И каждый раз после укола говорит: Юля, хватит, остановись. Еще пару недель назад было окей, но сейчас вообще ужас. Хотя ничего вообще не изменилось. Ни за пару недель, ни за 3, ни за 4, ни за 5. Так это фантазия. Вес стабилен. Дозировки 0,25 не худеют. Это такая поддерживающая дозировка для плавного входа и выхода. Мой завтрак, и я досматриваю Дракулу. Сериальчик начала смотреть.
Вроде такой, не пойму, нравится, не нравится, но хочется узнать, чем закончится. Как-то не знаю, как отношусь. На закуску чай и чуть-чуть сгущенки. Я выспалась, кстати, ребята, я вам сказала, во сколько я проснулась? Но легла я в 5, встала в час, потому что начались звонки. Ох, ну это классно, я ни разу не проснулась. Я вот как легла спать, а нет, вру, в 10 утра мне пришла посылка, вот эти вот надувные штуки. Я думаю, не буду открывать, потом они еще раз в дверь, я думаю, ладно, открою. Но все равно, я классно так поспала, я выспалась. Ну вот я сова, мне классно ложиться в 4, в 5, вставать в час. Ну как классно? Классно в том плане, что вот физически я чувствую ночью прилив сил, мне хочется что-то делать, да, а днем там я с утра разбитая, мне хочется спать. Но... В этом плане классно, но не классно в социальном плане, потому что пока я встану, пока я там... Ну вот завтракать я села 3 часа дня, я только села завтракать, то есть там, если я еще сейчас пойду в душ, то есть если сейчас еще представить пойти в душ, помыть волосы, там накраситься, например, да, если куда-то выйти... Там вот мне влог надо монтировать. Тут, конечно, социальная жизнь получается никакая. Магазин уже все закрывается, люди возвращаются с работы, и ты, получается, ничего не успеваешь. Поэтому я всегда и мучилась, почему этот мир не для сов, а для жаворонков. Но я не планирую так всю неделю ложиться. Вчера меня засосал YouTube, я там столько всего посмотрела интересного. Один документальный фильм, 2,5 часа про Кадырова смотрела. Про него, про его семью, про его власть. Я в шоке, конечно. Вот, и засосало меня потом от этой темы дальше и как-то вот. Ну, каждый день я так не планирую ложиться. Ладно, я буду завтракать. Они для вас не очень интересные. Они даже и для меня не очень интересные. Тут,
правда, не все. Одна завтра должна часть завтра поступить. Мне пришли вот такие вот папки для того, чтобы я могла свои бумаги. У меня мои папки закончились. И я решила, кстати, взять вот такой вот. Такие интересные. Ну как, обычные, да, просто что они чисто картон, все, да, и такие вот бежевые, бежевые разделители. И еще должны разделители прийти. Короче, мне нужно, чтобы по месяцам это будут большие разделители, и потом поменьше разделители по другим моментам. Вот, и папок 5. И еще вот такие вот маркеры пастельные. Ну-ка, давайте попробуем. Ой! Ой, алло. Какие красивые цвета. А что они так... Тяжело закрывается. Такие не яркие вырви глаз, а пастельный. Класс. Тяжело, правда, открывается. Красота. Ну-ка, наслаивать можно? Можно наслаивать. Очень красиво. Чтобы что-то там выделять, мне надо бухгалтерию вести. И мне надо это как-то собирать все. Хочу это сделать красиво по папочкам. И чтобы мне было это приятнее, потому что я это ненавижу, решила все взять такое симпатичненькое, чтобы действительно мне нравилось. Кстати, ребята, помните, я вам на днях рассказывала про интервью на канале у Юлии Меньшовой с графологом? Я нашла эту женщину, и она занимается личным консультированием по графологии. И вот этим, и делает анализы этого теста Вартега. И мне... Так интересно, я хочу ей написать, вот я сейчас вспомнила, я хочу ей написать, узнать, сколько это стоит. Если это какие-то вменяемые деньги, то мне бы очень хотелось написать письмо и послать этот тест, чтобы она разобрала мое письмо, да, то есть мой почерк, что это означает, рассказала бы что-то обо мне. Вы знаете, я люблю копаться в себе, мне интересно познавать себя, познавать, ну, и окружающий мир, и психологией я увлекаюсь, и сама нахожусь в терапии уже полтора года, поэтому я такое люблю. Это прям очень интересно. И вот надо написать, не забыть. Может быть, сегодня попозже сделаю. Если у нее, конечно, после этого интервью не случилось массовые там какие-то запросы. Вот. Сейчас я иду перекусить, ну, поужинать. У меня остался вчерашний KFC. Я специально взяла на 2 дня. Салатик опять с курочкой. И дальше займусь дальше монтажем. Я сегодня весь день на монтаже. Влог монтировала. Мне нужно смонтировать видео о похудении. Мне, по идее, нужно на другой канал снимать, монтировать. Я хочу, у меня там столько идей, я просто не успеваю. У меня есть куча влогов вперед. Я могла бы помонтировать сразу, да? Несколько. Дела есть, дела есть. Вот этот салат капустный. Очень мне нравится. И тут у меня еще косточки со вчера. Я просто в зале ела, некуда было кидать, забыла совсем. Ну вот, осталась курочка. Видите, это я кусала и думаю, ой, не, наелась, положила обратно. Вот с такого ракурса хочу сегодня ответить на вопрос. Или вам мешает? 3 августа. Чем вы в последний раз хвастались или хотели похвастаться? Похудением? Похудением? Ну, как хвасталась, ну, показываю, демонстрирую это на видео.
Можно ли это считать хвастовством? У меня такой род деятельности, я все показываю, чем-то делюсь. Ну, пусть будет, похвасталась. Хотя, что хвастаться, я же не сама похудела, правильно? Что поддерживает вас в сложный день? В сложный день, пытаюсь сейчас представить, что может быть сложным днем. Я сама себя поддерживаю, мне кажется. Я, в принципе, неплохо справляюсь с этой задачей. Давайте будем отвечать то, что первое приходит в голову. Так будет честнее всего. Хотя никто, а что тут вопрос? Кусочек сладкого тортика всегда поддержит меня в любой ситуации. Хоть это и неправильно. Так, ну и вопрос для на сегодня. Сколько воды вы сегодня выпили? Сегодня я выпила 1, 2, ну, может быть, 3 стакана, меньше литра. Меньше литра я сегодня выпила. Ну, я пила еще чай, но вопрос про воду. Меньше литра. Переписываюсь в Тиндере. Этот Винсент Кассель выставил новую фотографию. Ну, симпатичный, симпатичный. И он же не из Берлина. Он должен сюда переехать вот-вот. Буквально через неделю. Вот он мне сегодня написал, что он завтра сюда приезжает. Не знаю, может быть, на день-два. Потом обратно, а потом переезжает, а может быть, уже переезжает. Я не знаю. Но вроде он переезжает, он мне писал со следующей недели. Может быть, на пару дней, да, приезжает что-то тут посмотреть, подготовить, не знаю. И спросил, найдется ли у меня время и желание встретиться с ним на кофе. Ну, пейте свое кофе сами дома. Ну, какой кофе? Но я еще понимаю, знаете, вот... Ну вот тот меня позвал на кофе, я согласилась. Но вот мне кажется, если тебе девушка прям очень понравилась, то надо звать на ужин. Если ты сомневаешься, то на кофе. И когда вот ты меня зовешь на кофе, у меня вот такое представление. Это, конечно же, могут быть только мои мысли. Это все-таки европейские мужчины. Они могут по-другому думать. И действительно, большинство из них зовут на кофе. Хотя вот мой предыдущий немец, он меня позвал на ужин. Но это было как бы не онлайн-знакомство. Не знаю. Ну, как-то вот мне просто непривычно, потому что вот всю жизнь, если я там шла на свидание, то в основном это был ужин. Ну, нет, были у меня пару свиданий, где меня звали там просто выпить, да, вот кофе, или если это вечером, куда-нибудь в бар там. По бокалу вино. И я вот когда шла к этим мужчинам, я вот особо и не было у меня какой-то заинтересованности. Думаю, ну да, может быть, можно посмотреть. А тут он мне прям нравится. И потом, когда меня зовут на кофе, ну опять-таки, это вот какие-то ожидания, да, надо от этого избавляться. Но я все-таки не смогла, понимаете, я написала, а что, есть опция только кофе? Ну, жду ответа. И переписываюсь еще с одним полицейским. Честно говоря, тоже вообще не мое. Тоже, конечно, не очень себя представляю вместе с каким-то полицейским, но мне просто интересно. Мне просто сейчас интересно походить на свидание с разными, абсолютно разными, да. Может быть, я подружусь с полицейским, будет у меня полицейский друг. Хотя у меня есть один знакомый полицейский. Кстати, он тоже живет в Берлине, но я его 100 лет не видела. Мы с ним вместе с Хали ходили в одну еврейскую общину. Вот, я когда приехала в Берлин, мы с ним здесь пару раз встретились, ходили плов кушать, зимой гуляли. И больше с тех пор я о нем, кстати, ничего не слышала. Потом мы встретились случайно опять в Хале на Хануке. Был праздник. Но это было тоже уже, я уже не помню. Ну, давно, давно. По-моему, еще до Сони. Да, и еще с одним вот азиатом. Азиат мне написал. Пока так, мне ничего. Вот только одно сообщение он мне написал, я ему ответила. Он, видимо, редко заходит в ТикТок, хотел сказать, в Тиндер, потому что у нас матч произошел пару дней назад, и вот только сегодня он объявился. Ну, посмотрим. Все, ребят, ну надо что, идти на кофе мне? Ну, блин, он у нас с ним такая прям... Самое большее, с кем я переписываюсь, это с ним, и прям вот переписка льется, так сказать, если можно так сказать, о переписке. Друг другу и вопросы задаем, и ответы не такие коротенькие, а прям такие тексты. Мне нравится. Ладно, пойдемте дальше работать. Слышно? Опять лисы. Крики реально ужасающие.
Привет вам из будущего. Этот влог за, по-моему, 5 августа. Монтирую его 18-го. За это время уже немало что произошло. Я уже сходила, по-моему, на 3 или 4 свидания. Даже кое-кто мне понравился. С кое-кем я уже поцеловалась. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я постараюсь не делать паузы даже в один день, а поскорее догнать актуальные влоги, потому что дальше будет очень интересно. Обязательно подписывайтесь, скачивайте VPN, кому надо, чтобы не пропустить. И ставьте лайк, чтобы я видела, что вам это интересно. Всем пока!